нет этого. Простое тесто обычное, то есть мука, дрожжи, вода, соль, сахар, масло, разумеется, для, скажем, большей вкусности хлеба и сытности. Мешаем его легко, то есть закидываем муку, а потом вода, дрожжи и сахар, ждем, когда они подымутся, смешиваем. Добавляем также водно-солевой раствор и масло. Специальной операции солдат кормят так же, как в повседневной жизни. Стараемся готовить так, чтобы не повторялись блюда. Максимум допускаем 2-3 раза, 2-3 повторения блюда. Также выдаем дополнительно промежуточное питание, сок в индивидуальной упаковке, карамель, сало, паштет в индивидуальной упаковке, лук. В полевых условиях идет каша с консервами. Также увеличена норма по супу. Импровизировать не приходится, все точно в сроках, в полном объеме обеспечено. Мы стараемся раз или два раза в неделю приготовить какое-нибудь более сложное блюдо, более вкусное.